Вот прибыли два автобуса от наших шефов. Елизовский муниципальный район. Подарок нам. Позволят расширить сеть маршрутов и организовать различные поездки для детей. Два школьных автобуса доставили подшефным территориям Камчатки. Многоместные автомобили удалось отправить в город Дебальцево в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между Елизовским муниципальным районом и Мироновской поселковой администрацией. Вопросом отправки автобусов занимался лично глава ЕМР Сергей Тюлькин. Я надеюсь, что та помощь, которую мы сделали, та операция, которая она сложная была, то есть по доставке автобусов, подготовке их, как бы, я надеюсь, что они послужат жителям нашего родного Мироновского, ну и понятно, что и доставку будут осуществлять, наверное, жители Светлодарска, Дебальцево там, и, ну, надеюсь, что вы с ними будете вместе дружно жить, и дальше это будет происходить. Я надеюсь, что и те дети, которые сегодня оперативно будут довозиться этими автобусами, ну, я думаю, что будут все жители рады, поэтому от всей души поздравляю, передаю приветы от губернатора. Обновление автопарка в Мироновском позволит расширить сеть школьных маршрутов. Также появится возможность организовать поездки детей на всевозможные конкурсы, олимпиады, форумы в другие города Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. В рамках видеоконференц-связи Сергей Тюлькин и глава Мироновской поселковой администрации Руслан Дементиенко обсудили дальнейшее взаимодействие. Мы будем дальше на следующий год планировать те планы, которые уже запланируем. Ну и, конечно, будем продолжать восстановление наших территорий. Ну и я надеюсь, что как бы также проработаем решение. Губернатор уже поставил поручение, чтобы мы увеличили поток ребят, которые приезжают к нам по обмену опытом, просто встречаются, смотрят на прекрасные территории Камчатки, начиная с подлета на самолете, потому что я думаю, что это как раз То, что первое сразу впечатление о Камчатке получаешь, когда у тебя в иллюминаторах появляются наши красавцы-вулканы. Ну а так, от всей души рад, что мы видимся. Ну и, конечно, на дальнейшее развитие. Руслан Дементиенко выразил благодарность губернатору Владимиру Солодову и главе администрации Елизовского муниципального района Сергею Тюлькину за оказанную помощь. Наверное, не только от Италична, это в первую очередь, но от жителей всего нашего поселка Ростов-Мироновский, и знаком огромнейшее спасибо лично вам, Сергей Николаевич, потому что действительно работа вами проведена очень огромнейшая, и непосредственно встречая автобусы, принимал участие в сборке, чтобы довести сюда, и сердце замирало с каждым, с установкой каждого болтика, винтика, понимая, что наши дети прям с неба получают вот такие очень приятные для них вещи. Напомним, Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами ДНР – городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновским. На территории населенных пунктов проводится ремонт социальных объектов. Также Камчатка на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных региону территорий в ДНР. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных Камчатки территорий в ДНР.